Интересы олигархов и местных жителей вошли в противоречие в Башкирии. Наш товарищ Фауст побывал на месте событий. Идем на подступах к горе Куштау. Да, люди кричат, то, что думаю, Куштау жив. Да, по обеим сторонам дороги рабится, решетка, колючая проволока. Так, слышим скандирование. Так, слышим скандирование, да. Так, вон люди скандируют. Несмотря на принятую поправку об охране окружающей среды, башкирская содовая компания устроила разработку залежей известняка на территории уникального памятника природы. Для справки, Шихан – это не просто гора, а огромный коралловый риф. Ему уже миллионы лет, и он сохранил в себе окаменелости древних организмов. Почему это так важно? Во-первых, это, так скажем, достояние нашей природы, эти горы, они являются единичными горами, и то есть это единственные такие горы, которые у нас есть в России, так скажем. Это одно из чудес нашей страны. В итоге собрались неравнодушные граждане из Башкирии и соседних областей. Они смогли заблокировать подъезды экскаваторов. С 3 августа защитники Куштау организовали дежурство у подножия горы. Далеко. Здесь было все в колючей проволоке. Так. Стояли ОМОН. Дальше, если туда идти, там тоже были железные коридоры из проволоки, чтобы туда машины не проехали, потом это все. Кем установлены убрали. Они были? ВСК. ВСК, замечательно. А что вот компания данная хочет? Она хочет разработать эту гору. Ага. Потом там еще были железные проволоки и были тех. Сейчас то, что там было установлено вот на этих трехножках железные, там все это убрали. То есть все это расчистили, этот коридор железный, как бы идешь, как будто бы идешь куда-то в тюрьму, если честно. Ощущения были именно такие. Сейчас там находятся защитники горы против ВСК. Они сделали из этих штук свои снаряжения, чтобы к ним не подошли из-за спины, как это было вчера. А попытки ожидаются, да? Второй волны, нападения? Не знаю, но вчера это было очень неожиданно, когда из-за спины, просто со стороны горы спустились люди. При этом мы узнали там начальника отдела. Ну, Башкирия вот это, ой, не Башкирия, Мишимбайского района, глава Мишимбайского района. И вот он начал крушить палатки, ломать их. Он самолично, начальник района. Есть видео, то есть потрясающе, потрясающе. Как бы все это есть. Ну, разумеется, в пределах закона работал, да? В рамках. Естественно, в рамках российского законодательства. Потому что людей избивали, и милиция при этом просто стояла, она подошла, предупредила, чтобы отвели детей в сторонку, женщины ушли. А там оставались только женщины. Там... Никак не реагировала. Но уже не да? в рамках всемирной декларации. Когда бабушку усадили, то есть она их отталкивала. Ну, там, когда уже жестко шло, там они просто оттаскивали, но никого не задержали. То есть ни из тех, кто нападал, никого не было задержано. К протестующим применялось физическое насилие, административное и информационное давление. Когда в очередной раз не удалось разогнать не теряющий в численности протест, глава республики Радий Хабиров объявил о приостановке разработки Шихана до тех пор, пока, цитируем, не будет найдено компромиссное решение. Сейчас эту волну отогнали, да, я так понимаю? Ну да, в общем, сейчас будут искать компромисс, решать эту проблему, то есть не знаю, чем это все закончится. Будем надеяться, что все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, а Радий Хабиров туда приезжал, вы слышали, что он говорил? Я ничего не слышал, к сожалению, но по возгласам людей, то есть по овациям, то есть, вроде все нормально, вроде все довольны, но, в общем, будем ждать, что будет дальше. Приостановка, формулировка обтекаемая. Сегодня приостановили, завтра возобновили. И то, что обещанная встреча протестующих с главой Башкортостана была отменена, это плохой знак. Задержанные в Башкирии активисты, которые участвовали в акциях против вырубки леса на горе Куштау, объявили голодовку в изоляторе временного содержания. Сколько именно человек объявили голодовку, не уточняется. Известно, что в ходе протестных акций на Куштау были задержаны около 80 человек.
Активисты Союза марксистов и другие неравнодушные товарищи ранее уже раздавали агитацию у здания башкирской содовой компании Стерлитамаки. Рабочие предприятия реагировали позитивно, и мы надеемся, что они поддержат экоактивистов. После раздач активисты присоединились к протестующим непосредственно у Куштау. Мы призываем поддерживать местных жителей и активистов, особенно тех, кто сейчас находится в изоляторах и будет подвергнут уголовному преследованию. Опыт Чииса показывает, что при должном упорстве и решительности можно, по крайней мере, умерить аппетиты капиталистов и их бюрократической обслуги.